банки одобрили за лето 124 заявки на льготную IT-ипотеку. 29 договоров на 167 миллионов рублей уже заключены. По данным Дом.РФ, всего с 12 мая жители республики подали 177 заявок на получение кредитов на покупку жилья по этой программе. Отмечу, что правительство страны увеличило максимальный размер займа до 30 миллионов рублей для регионов с населением более 1 миллиона человек и до 15 миллионов для остальных. Оформить IT-ипотеку могут граждане в возрасте от 22 до 44 лет. Их заработная плата должна составлять от 150 тысяч рублей в городах-миллионниках и от 100 тысяч в населенных пунктах с наименьшим количеством населения. По льготной ипотеке мы сейчас уже направили в правительство предложение, соответственно, компенсировать часть процентов за счет республики. То есть сейчас до 5% компенсирует у нас Дом.РФ. Соответственно, возможно, если наша инициатива поддержит, возможно, мы снизим ставку по ипотеке до 3%. Но это уже будет, если будет, то это будет в следующем году. Еще одной мерой поддержки отсрочкой от армии воспользовались 197 айтишников из Башкортостана. Привилегия доступна для молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет и работающих в аккредитованных компаниях не менее 11 месяцев. Заявление Минцифры передает в Минобороны. Окончательное решение об отсрочке принимает призывная комиссия.